Привет, мы сегодня не будем делать салат. На нашей кухне, да. Настюшенька сегодня сделает нам салатик, да, котик? Да. Давай возьмем досточку, ножик. У нас есть фрукты там всякие, овощи, да? Мы разные сделаем салатик. Хочу вот это. Давай, что хочешь. А что это? Помидор. Да. Ой, не здесь. Что, не режет? Ты уже порезала помидорчик? А теперь что? Такое лук какой-то. А я-то сама не знаю. Это похоже как на брокколи, наверное. А ну покажи. Ага. Я даже не знаю, что это. Ну ладно, давай порежем, посмотрим. Вот так. Получилось? Да. Виноградик. Виноград. А у нас будет и помидорчики, и брокколи, да. И виноградик. Виноград режем. Давай, давай. Ой, что-то убежал виноград, да? Мы не будем оставлять один кусок. А, ну да, он же упал грязный, да? Да, ничего страшного. Okay. Хочу теперь вот это, киви. Это киви, да? Наверное. Да. Давай киви еще. Вот так еще можно. Без досточки еще. Прям без досточки? Ну, давай без досточки. Порежу. Не надо что. Не получается? Но если не получается, то просто положи. О, все. Получилось, да? Какой-то киви. А вот даже априкос. Вот это киви. А, это киви. А мы думали то, да? Ну, может быть, хватит уже у нас там фруктов и овощей? Давай, может, уже на тарелочку положим? Ну, давай. И папе один. Ну, хорошо, давай, и папе, конечно. А, вот эти две папе, это мне два винограда, это маме. А это еще... Ой, всем, да, всем порезала? Да, еще она понадобится вот это, а это что это? Это какой-то лимон, я не знаю, что это. А, яблоко, я уже поняла. А-а-а. Я люблю яблоко. Ой. Убегает, да? Да. Ну все, можем на тарелочку, наверное, ложить, да? И, наверное, что-то еще надо приготовить к нашему салатику. Да. Ну давай, может быть, какую-то котлетку пожарим или рыбку, да? Я хочу спечь яблочный пирог. Яблочный пирог не получится. Вот ну, давай. Мой яблочный пирог. А, уже готовый? Покажи мне. Что там за пирог? Это не пирог, это вообще-то. А ну покажи, что у тебя там вообще в холодильнике лежит. А ну-ка, покажешь мне? Да. Ух ты! Сколько там всяких продуктов, да? Да. И что мы теперь будем делать? Еще такой десерт. Ну давай, десерт. В духовке, да? Зачем Сергей зарезал яйцо? Ага, кто-то яйцо положил, да? Да. Ну кто же жарит яйцо в духовке, да? Да, нельзя. Что там все выпадает у нас, да? Молодец. Давай в духовку поставим. А ну-ка, покажи духовку. Что ты там поставила? Там уже кексы вот. А, да, уже такой кекс готовый, да? Тебя все убегает. Ну что, Настюшенька, давай на тарелочку уложи салатика. Сейчас я плечу. Салатик сейчас Настенька положит в тарелочку, да? Ты положила салатик в тарелочку? Сначала хочу. Где тарелочка?
Ну давай, бери тарелочку и ложи в тарелочку. Помидорчик, да, а что еще положим? Хочу рядом вот это. И это, да? Киви. И киви. Ну все, давай, принеси мне тарелочку, покажем, да? Ой, ты как... будешь кушать. Это мне? Да. Спасибо. Настюша сделала салатик. Ой, ой, ты так осторожно идешь. Ай-яй-яй, ну все, давай. Я давай, все, спасибо. Спасибо, котик. И посмотри, там в духовке кекс уже или что-то, яблочный пирог уже готовый? Давай посмотрим. Пик-пик. Да. Вот здесь уже есть пик-пик. Ну давай посмотрим. О, какой он красивый, он нам улыбается прям, да? Да, давай. На тарелочке, чтобы не... Да, на тарелочку. А, он уже прям в тарелочке, да, да, сразу? Не надо уже. А ну покажи мне его. А, ну, а мордашку его? Ой, какой он красивый, улыбается. Ну все, да? Стой, стань, Настюшенька. Все, все приготовили мы, да? Да. Все, давай. Все, ставь лайк ставь и подписывайся лайк. На наш канал. Нет, я сама. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Настя, всем пока. Пока-пока-пока.